Так, вот сегодня такой вот постзакате. И я решил еще кое-что рассказать людям, потому что там вот мне в комментарии написал один товарищ, что вот это насчет ключевой ставки, насчет процентов, насчет рентабельности, что там кое-что рентабельности, сколько там, 2-3 и там сколько, 5%. Или что, максимум, наверное. Ну, что-то такое, короче. То, что сейчас делает. Ну, то есть, смысл в том, что ключевая ставка сильно задранная. И что, типа, там какая-то идея в том, что это что-то, какая-то закулиса, которая что-то плохое делает для России. В самом-то деле, не знаю, любой маломальский понимающий рыночную экономику, ну, теорию вообще, экономическую теорию рыночной экономики, понимает, в чем проблема в самом деле. Я вот в том своем, как сказать, спиче как раз про это и говорил, что человек, видимо, ну, не понял вообще, то есть это поверхностное мышление, оно как-то это, он и не хочет разбираться в экономической теории нормально. Но это в самом деле макроэкономика, по сути. А он там микроэкономику использует, что вот как бы либо недоучившийся экономистом, либо что. Но я же там какие-то вещи объяснял, до человека вообще не дошло. Это я говорю, вот это тупое клиповое мышление, ну извините, почитай его. Там проблема в том, что я вот так вот объясняю уже как-то на пальцах или на чем сам понял, что ему там писал. То есть проблема в том, что рыночная экономика, она вообще зиждется, вся эта экономическая теория рыночной экономики, на дисбалансе спроса и предложения. Вот этот дисбаланс порождает в итоге экономический рост, когда больше и больше выпускается продукции, ну и рынок заполняется, и цены начинают падать. То есть и потом происходит, что это, при этом происходит перегрев. Там начинаются деньги обесцениваться. Поэтому используют вот этот вот монетарный инструмент, такой как бы известный, для охлаждения экономики. То есть специально делают так, чтобы экономический рост замедлился или вообще остановился. То есть это специально делается, чтобы не было разгона вот этого экономики и в итоге, чтобы не было разгона инфляции. Потому что... Ну, это понятно, ну, не знаю, то есть это другой вопрос, как это ударяет по людям, по всему, и по экономике. Поэтому и используется вот это регулирование в самом-то деле. То есть, чтобы, скажем так, падать было не так больно, делается ставка вот эта вот высокая, становится там не так, ну, вообще невыгодно рост производства и так далее, и экономика через какое-то время опять сбалансируется вот именно за счет этого дисбаланса. То есть рыночная экономика — это экономика дисбалансная. То есть вот если бы как-то было не так, если бы все шло более-менее вровень без особых там циклов амплитуд таких больших, то было бы по-другому, скажем так. Ну, к сожалению, вот так это работает. Это работает уже там уже несколько веков, как минимум. Может, 2-3 века. Поэтому не знаю, просто люди вот критикуют здесь. Там что-то про рождаемость тоже много написал, что у нас там нужно 2 и там сколько, 2 и 13, что ли, процента, чтобы каждая семья давала, а у нас в планах там стоит там хотя бы до 1,8 довести, и типа тоже вот подозрения, что ли, какие-то в том, что у нас там или тупые, или закулиса какая-то вражеская. Ну, блин, ну ребят, ну опять же, вот поставьте себя на место правительства, как вы будете повышать рождаемость? Вот если бы эта проблема не была такой сложной, то и проблем бы не было. Ну, поставили бы 2,5. И что, и делали бы 2,5. А ты как это сделаешь-то? Вот простой пример такой вот. Как сказать, тупой, как это, как сказать, как все материальное, как камень.
Вот проблемы с рождаемостью в Европе, там проблемы с населением и так далее. В Китае начались старение населения, демографическая проблема. Все вообще не так просто. Это не так просто. Вот людей же не заставишь там рожать детей. Там культура, экономика, какие-то еще традиции. Много таких вещей, которые как бы... А вот это вот современное, это, скажем так, современное... лайфстайл, то есть стиль жизни, когда там независимость женщин, женщины могут делать все, что угодно, разрушение института семьи традиционного, где мужчина там был главным и главным кормильцем, и главным человеком, и там, и, соответственно, все это вообще ведет, а вы еще хотите повышать рождаемость. За счет чего? То есть я только вчера вот видел одного человека, который развелся вчера, и который там, ну, хотя он вроде как бы сначала как бы делал вид, что радуется, но потом понятно было, что вообще не радуется, и что, значит, он там мне пообъяснял, как жена сделала, то есть там вообще такое кидалово, пипец, столько лет жили вместе, и там такой, и там он мне что-то рассказывал, какие-то опросы проводил у других, среди других мужиков, и там, короче... Короче, вот по его опросам, по его опыту, то есть там явно что-то у нас происходит с институтом семьи. И как бы и при этом вы вот хотите, чтобы руководство страны каким-то образом фантастическим что прикажет, что ли, рождать детей. Поэтому такие вот фантасты, их много, они критикуют. Отношение критическое. Ну, и они, кстати, вот эта благотворная почва для вот этих идеологов западных, как насолить России, как настроить население России против, против руководства, против своей же страны. Руководство плохое, руководство все делает против народа. Так же делается со стороны вот этих идеологов. Они как раз подхватывают вот этих вот людей с клиповым мышлением, которые там очень критически там что-то хотят заявлять, активно, а учиться не хотят. Не хотят образовываться там. Это ж надо сидеть, читать книжки там, целые книжки там читать, там, разбираться в теориях там, или ходить на занятия какие-то. Вот я вот против таких, такой схемы я один дам совет, который я уже давно, как бы идея такая, давно к ней пришел. Если хотите, чтобы люди были умнее и не велись на вот эти западные разводы, либерализм и так далее, что просто нужно вкладывать больше в образование людей. Вот и все. В советское время как сильно увеличилась образованность людей. И это дало свой эффект. У нас появился мощный научно-технический потенциал в итоге и так далее, который потом в 90-е годы очень мощно разбазаривали. Так что как-то вот так. Вот что хотелось бы сказать на этом уже прохладном, холодном берегу. Даже уже пальцы немножко подмерзают. В самом-то деле, хотя я еще в шортах бегаю. Да, ну как бы это... Как-то вот так. Вот такой, да, ладно, всем здоровья и счастья, и, как сказать, просто, ну, не знаю, образовываться, разбираться в глубоких теориях и так далее, а не критиковать всех и вся, так и до всяких расстройств недалеко, нарциссических и так далее. Thank you.